В омском велотреке завершились соревнования по бадминтону среди юношей и девушек. Во всероссийском турнире серии «Юникс Гран-при» на призы Андрея Антропова приняли участие более 170 спортсменов Омской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской областей, Алтайского, Приморского краев и Татарстана. Это традиционный 13-й по счету всероссийский турнир на призы мастера спорта международного класса Андрея Михайловича Антропова, нашего земляка. По дате можно понять, что они проходят традиционно. Вот этот турнир из всероссийской серии Гран-при, который в Хове имеет статус 3 звезды. Ну, то есть один из лучших турниров России. Сильнейшие спортсмены приехали. Люди играют, набирают очки для рейтинга, для первенства России. Поединки соревнований проходили в трех возрастных категориях – до 11, до 13 и до 15 лет. Спортсмены состязались в одиночном, парном и смешанном разряде «Микст». Стоит отметить, что самую многочисленную сборную на этих соревнованиях представила Федерация Республики Татарстан. Первое место в неофициальном командном зачете заняли именно бадминтонисты из Казани. Наша серия, серия Гран-при, которая проходит по всем городам России, у каждого города свои как бы нюансы. В одном регионе встречаются одни спортсмены, в другом регионе ты встречаешься с другими спортсменами. Здесь мы встречаемся с спортсменами сибирского, в основном сибирского и уральского округа. Очень интересно посмотреть на них, потому что не все могут выбраться в центральную Россию, не все могут выбраться, там, допустим, в Нижегородскую область. Поэтому нам это тоже интересно. Одному из сильнейших спортсменов Татарстана в категории до 12 лет Эльмиру Хайруддинову удалось взять первые места во всех видах программы. Соперники были непростые, тяжелые. Я старался как мог выиграть. Старался, чтобы стать абсолютным чемпионом России. А в рейтинге ты на каком месте? Я в рейтинге третий. На втором месте общекомандного зачета – омская сборная. Наиболее успешной среди девушек стала Мария Панина. Она заняла второе место в одиночном разряде и победила в парном и смешанном, сыграв в тандеме с мячами Вероникой Борисовой и Вадимом Тесля. Я заняла два первых места, заняла второе. Все прошло хорошо, но могло быть и лучше. Что помешало, чтобы было еще лучше? Не собралась, наверное, не сосредоточилась на игре. Всего мячи завоевали на этих соревнованиях 12 наград. Среди лидеров – Александра Родионова, Вероника Борисова, Мария Панина и Вадим Тесля. Победы на этом турнире помогут продвинуться мячам в общероссийском рейтинге.